Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Хали Хало», визитная карточка Новополоцка и текущий год продолжил добрую традицию – зажигать новые звезды и устраивать фееричное шоу, которое не оставит никого равнодушным. Вокальный конкурс уже давно стал излюбленным обычаем не только для белорусской земли, но и зарубежья. География финалистов из разных стран из года в год создает тот самый красочный звездопад талантов, события, яркое эмоциями и наполненное духом песенного состязания. Действительно, проходит время, меняются лица, люди. Однако Новополоцк всегда встречает с теплом, с радостью детские голоса, детские песни. Пускай праздник «Хали Хало» начинается и продолжается вновь. Пускай это действительно праздник детства и юности остается всегда на Новополоцкой земле. Всех с праздником! Конечно, для нашего города это очень знаковое событие, это очень знаковое мероприятие, которое по душе нашим жителям не только города, но и всей страны. И действительно, этот фестиваль, он дал путь такой большой эстрадной жизни молодым артистам известным. Мы гордимся то, что у нас этот фестиваль проходит, но я считаю, что это очень здорово для нашей молодежи и города, и области, и страны в целом. Текущий год на страницах истории песенного конкурса особый, юбилейный. Уже в 20-й раз музыкальное состязание объединило лучших из лучших юных исполнителей эстрадной песни. Отбор с каждым годом все сложнее. Заявки на прошедший конкурс подали более 140 талантливых артистов, из которых лишь 42 удостоилось чести выступать на новополоцкой сцене. Культура всегда была, есть и будет тем связующим звеном, которая работает на благо нашей Родины, на благо всего хорошего дела. Сегодня мы уверены, что в следующий раз еще более будет привлекательным для других стран, и мы уверены, что здесь, как и прежде, соберутся не только ближайшие наши соседи ближайшего зарубежья, но и из дальних стран. Мы можем говорить, что каждый год от фестиваля к фестивалю «Хали Хало» набирает обороты, повышается потенциал участников, повышается их творческое мастерство, их искусство, и это по-настоящему удивительный праздник детского такого творчества, который раскрашивает культурную жизнь всей нашей страны. Люди, пройдя через конкурс, через прекрасное жюри, через высокопрофессиональное жюри, они становятся уже готовыми для больших сцен. Калейдоскоп эмоций озарил новополоцкую сцену. Громкое и запоминающееся шоу – добрая традиция, которая навсегда останется в сердцах зрителей и участников международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Хали Хало». Двухдневный марафон творчества начался 15 ноября. На старте – выступление старших ребят и торжественное открытие. Но у каждой медали две стороны. Пока зрители с нетерпением ждали выступления юных звездочек, начинающие свой путь к большой эстраде вокалисты боролись с волнением и готовились показать себя на международной сцене. Мне очень понравилось, как я выступила. Я получила удовольствие, получила какую-то новую эмоцию, которую не испытывала раньше, и мне очень понравилось. Это такой экстрим, это яркое впечатление, которое останется у меня теперь на всю жизнь. Я считаю, что я справилась. То, что я здесь, это уже достаточно престижно, это хорошо. Я рада, что я сюда приехала. Надеюсь, все-таки приехать в свой родной город с победой. Следом вокальные навыки продемонстрировали ребята в возрасте от 11 до 13 лет. Каждый старался по-своему зажечь зал, покорить не только исполнительскими умениями, но и артистичностью. Так и нежный ход светлых як весна. Я вокалом занимаюсь уже 8 лет.
участие я решила принять в конкурсе «Хали Хало», потому что я люблю участвовать в конкурсах, чувствовать этот драйв, эмоции. Атмосфера хорошая, мне очень нравится, когда ты сделал свое дело хорошо, качественно, как ты хотел, добился своей цели, и ты уже выходишь такой прям фух, все, ты сделал как надо, теперь дальше покорять Олимп. Последние несколько дней мы готовились очень сильно, чтобы показать хороший результат. Я старалась перенести максимальный смысл двух своих песен и также эмоции и вложить в душу в них. Традиционно ребята исполнили одну песню на языке своей страны, вторая же композиция на выбор артиста. Юбилейный «Хали Хало» порадовал зрителей и жюри разнообразием репертуара, от лирики до рок-н-ролла. Песня это означалась от моей Арцаха, потому что я ее уже потеряла, ее забрали уже один год назад, и я спела для него. Я немножко волновалась и хорошо хотела что петь и победить в этом конкурсе. Разнообразный репертуар, потому что хочется показать себя с разных сторон, как с веселой стороны, так и с лирической стороны, то есть что-то серьезное спеть и что-то веселое спеть. Вот хочется разнообразия. Очень важно, чтобы человек, стоящий на сцене, понимал, о чем он поет. Он понимал стилистику, он понимал жанр, он понимал, как провести эту тончайшую ниточку между собой и залом. И рассказать эту историю, которая впоследствии вызовет мурашки, когда люди смеются, когда люди сопереживают, когда люди плачут. И вот это, наверное, самое главное. Состав жюри также звездный. В центре внимания международных судей различные аспекты сценического мастерства. От выбранного костюма до взятых нот и терций. Выступление, сплетение множества штрихов, которые создают общую завораживающую картину. 2018 года участвую, уже приглашают меня на этот конкурс члены жюри, и я с большим удовольствием сюда еду на этот прекрасный конкурс. В этом году гораздо лучше конкурсанты, чем передние годы. Дружба продолжается, я рад, я всегда сюда стараюсь и, честно сказать, бегу сюда. Я думаю, что оно становится для нас в Армении традиционно, потому что уже сколько лет, я сейчас не помню, я уже вот сейчас который год, 5-й или 4-й в жюри, и мы представляем страну. Этот конкурс для меня отличается от Славянского базара, от других конкурсов. Такие площадки, как «Хали Хало», они созданы для развития, каждого из наших детей. В этом и есть, наверное, самая главная задача культуры нашей страны, вклада государства в эту культуру, чтобы у нас через поколение было, кто будет выступать, кто будет танцевать, кто будет творить живопись и так далее. Поэтому вот эта площадка дает возможность и пообщаться, и показать свой талант, и самое главное, компетентно быть оцененными. Перед опытным жюри стояла неизменно сложная задача – определить, кто из ребят получит заветные статуэтки «Хали Хало». Сложно потому, что ежегодно уровень подготовки участников только растет, и каждый из ребят, без сомнений, достоин победы. Несмотря на то, что у нас в каждой номинации по 3 места, но все ребята очень достойны, очень яркие, классные, музыкальные. Хочется, чтобы они двигались вперед. Конечно, есть сильнее, есть кто-то слабее, но на то он и конкурс, и я уверен, что наша судейская коллегия сделала правильные выводы и решения, которые мы вот-вот совсем скоро озвучим. Каждый исполнитель, который участник этого конкурса в этом году принимал участие, в этом конкурсе он достоин награды. 2 напряженных и ярких дня, около 100 исполненных песен, в десятки раз больше полученных эмоций. Но вот настал торжественный и долгожданный момент. Кто же завоевал сердца жюри и зрителей? Кто из 42 юных певцов получит гран-при юбилейного «Хали Хало»? Обладателя гран-при «Хали Хало 2024». Это
Суприк Елизавета. Суприк Елизавета, гран-приз международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халихало 2024». Прищанка уже во второй раз оказалась на пути к этой награде, но в этом году, наконец, завоевала главный приз. Эта победа является стимулом и вдохновением идти дальше, потому что это показывает то, что вся работа проделанная, она не зря. То, что все занятия с педагогом, все занятия дома, там, с родителями, они все не зря, и что приехавшие сюда, потратив 7 часов только на дорогу, это все не зря, и это все ради, правда, вот, чтобы держать эту заветную статуэтку, я ее посвящу своей маме, потому что только она сделала меня тем, кем я являюсь сейчас, и я хочу ей сказать огромное спасибо за это. Добрый песенный марафон завершен. Новый творческий забег начнется уже осенью 2025-го. До этого момента у ребят есть время хорошенько натренировать вокальные навыки и выйти на новополоцкую сцену уже более подготовленными. Выработать тот самый стержень большого маленького артиста. Будь артистом. Вот это важно, что хочется донести.